Погоняли? А? Погоняли? Да, вообще было. Так. А? Я сделала еще, подожди секунду. Сам, а любовь.
А ты хочешь вместе с нами шоколад Ванечки? Ну вот ты, да. А ну-ка, Николенчик, иди сюда. Где он хороший? Давай садись вот туда к Сашеньке. Сейчас, Маша, а ты Егору, вот видите, он свою пару нашел. Никак не хочет ее про наших мам Света, Михайлова и Настя. Мама злобен улыбаюсь я, как мама, так же хмурюсь я упрямо. У меня такой же нос и такой же цвет волос. Ростом ниже я, но все же глаза и нос похожи. Ходим в ногу, я и мама, так похожи, говорят. Только мама смотрит прямо, а я налево и направо, а еще смотрю назад. Спорить с вами не хочу, вы мне так поверьте. Моя мама лучше всех на свете. Мама жарит пирожки, мама клеит маски и рассказывает мне каждый вечер сказки. А еще известны ей песни «Баю-баю». Мама только запоет, сразу засыпаю. Наши дети очень любят своих мам. И так они рядом с ними мало находятся, проводят времени, поэтому они вот подумали и решили, что надо маме чем-то помочь. А как помочь? И что вот сделать для того, чтобы почаще быть с мамой? Нам расскажут Маша и Лиза. И Лиза. Где бабушка? Саша, ребята. Бабушка уронила. Тихо, стоп. Вы все знаете, вы слышали, а родители не слышали. Что же нужно сделать для того, чтобы мама с нами почаще были побольше? Робот Антон, соберем для мамы робота такого, чтобы всю работу делал толково. И стирал, и гладил, жарил и варил, чтоб на кухне полы подметал и мыл. Чтобы мог растопить рваные штанишки, и читал на ночь там с братишкой книжки. И придя с работы, мама удивится. Никакой работы, можно спать ложиться. Бабка с деткою вдвоем жили в домике своем. Они жили очень дружно. Бабка чистила, стирала, по хозяйству хлопотала. Детка тоже на печи сидел или на улицу глядел. Собираться.
ярмарка, удалая ярмарка. Здесь добра на всего не счесть. Для любого выбор есть. Спасибо. 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 Спасибо.
Oh my God.
Давай,
аккуратнее по пальцам что-то. Давайте, как же по пальцам друг друга, не обсчитаемся, а? Поздравим бабушку. Давайте прочитаем стихи про бабушку Илюшу.
наша Настя. Так, с бабушкой, с дедушкой. Вы можете сесть, вы что, не устали? Дед на ярмарку ходил, да, плотно купил. Так, а кто у нас значит? Илюша, иди сюда вставай. Илюша. Настя первая. Ну-ка, давай, серединочку вставай, девочка. О, давай, Настя. Моя бабушка. Ты что? Мы с моей бабушкой старые друзья. Да чего ж хорошая бабушка моя. Как знает столько, что реперечесть. Всегда в запасе новенькая есть. А вот руки бабушкины – это просто клад. Ведь ты сделала бабушке руки не велят. Кто заставит бабушку с тестом вымывать? Тесто непослушное, шлепать, подбивать. Шалы, гали, по щекам. Так, подождите, Настя, не надо. Сашенька, давай, ты же знаешь, хорошо, давай. Еще раз давай. То меня шалы, гали, по щекам. Шалы, гали, по щекам. Шалы, гали, ну что ж, я вчера так хорошо разговаривала сегодня, но все равно это надо спеть. Садитесь, садитесь. Ну, ребята, вставайте. А теперь песню. А теперь мы давайте будем просить снова встать, как горошины, и будем петь песню. Потому что самое дорогое у каждой мамы, да, это ее ребенок. Это вы, дорогие мальчики и девочки. И я хочу вам пожелать, чтобы вы всегда были, чтобы любили своих мам, бабушек, чтобы вы были послушными, чтобы помогали во всем. Пожелать вам, дорогие мамы, хорошего настроения, которое у вас, наверное, появилось сегодня, да? Праздничное весеннее, которое вот вам подарили дети, чтобы оно сохранилось, чтобы появилось солнышко, которое радовало бы нас. И пожелать вам здоровья, вашим детям, пожелать вам успехов, творческих успехов, самореализации. И, наверное, самое главное это для женщины – это любви родных и близких, любви и тепла, чтобы дома пахло пирогами, чтобы было уютно. Ну, а уют это делаете вы, чтобы ваши руки, как я говорю, молели только от цветов. Счастья вам, благополучия, мира и добра. Спасибо.
Девочки, а вы, девочки, чтобы вы росли достойными своих мам. Также вам здоровья, всего самого хорошего. В этом году у нас выпускная группа, вы самый старший в детском саду. И я послушаю. Да, ну пятая группа тоже, самый старший. Очень хорошо, что вы это знаете, что вы не одни, самый старший в детском саду. Вот такие у нас умные ребята. Так что счастья вам, удачи и всего самого доброго. Спасибо.